Необорудованные пляжи, загрязненные водоемы и таблички о запрете купания в несанкционированных местах не отпугивают желающих в жаркую погоду отдохнуть у водоемов. Сколько бы ни предупреждали взрослых о том, что детям запрещено находиться одним у воды, факты выявления несовершеннолетних без сопровождения взрослых на водоемах происходят буквально каждый день. Проводим рейды согласно графику ежедневно. Вчера вот 18 числа как раз приехали в 15:00, здесь были и застали 16 безнадзорных детей. Ученики даже первого класса, третьеклассники, 6-7 класс, учащиеся 3-й школы, 10-й школы и 14-й школы. Вот, установили их личности, фамилии и на машинах развезли по домам. С родителями-подростками проведены профилактические беседы. Ежедневно межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации, сотрудники правоохранительных органов, образования и социальной защиты населения, будут выезжать в места несанкционированного купания и выявлять нарушителей.